Oriflame представляет Wellness-прокачка. Занятие 12 дня. Сегодня это лекция «Завершение сделки» от Вадима Салманова. Бизнес-тренер рассказывает о системе вопросов СПИН, способствующих заключению сделки на выгодных условиях. Почему так важен СПИН? Это новая, в общем-то, достаточно современная технология убеждения людей. Технология СПИН, по методике которой можно, собственно, оппонента привести к тому решению, которое необходимо мне. Вадим Салманов разбил участников на пары, чтобы наглядно продемонстрировать, почему давить на собеседника – это провальная тактика. Чем сильнее мы давим, тем сильнее человек сопротивляется. Поэтому надо находить другие методы убеждения людей и привлечения к своей деятельности. Для того, чтобы успешно завершить сделку или установить партнерство, необходимо больше слушать и меньше говорить, а в основном задавать вопросы. Начинать беседу стоит с ситуационных вопросов. Вопрос, так называемый, вбитие крюка, получение принципиального согласия. Этот же вопрос, вбитие крюка, позволяет снять будущие возражения. Ты вот там говорил об английском языке. Я так полагаю, у тебя принципиальный интерес к английскому языку есть. Ну, раз вы пришли, Василий, там, или вы пришли, Вадим, или вы пришли, Ильшат, насколько я понимаю, принципиальный интерес вот к зарабатыванию денег есть. После того, как первый контакт установлен, пора переходить к проблемным вопросам. Именно они открывают причину заинтересованности собеседника в сделке. Как платят вообще? Я почему, собственно, спрашиваю? Дело в том, что к нам часто приходят люди, которым не хватает, маленькая зарплата, вот там не растет в течение там нескольких лет. У вас, кстати, как? Когда мы работаем с клиентами, как мы должны правильно выстраивать с ними диалог, то есть суть, системность, да, и переводить вопрос на проблему этого человека, извлечь из этой проблемы то зерно какое-то и направить на определенное действие. Когда мотив клиента становится очевидным, смело приступай к извлекающим вопросам. Они детализируют цели собеседника и натолкнут его на нужную тебе мысль. Каких результатов ты хочешь достичь, да, там и так далее. Пусть расскажет, да, тоже такое программирование. Он сам себя начинает программировать на то, что он может. Сколько бы ты мог времени использовать? Это уже вообще очень хороший вопрос, потому что он на грани извлекающего и направляющего. И он уже думает, да, сколько времени так. Ну, я час в день там могу звонить, да. То есть, или там я могу час времени там встречаться. Направляющие вопросы – это кульминация сделки. С их помощью ты подводишь клиента к тому, что в итоге хочешь от него получить. Хотел бы ты попробовать, да? Прямо сейчас вот сделать одну там, сделку или, допустим, там одну встречу и так далее. Или хотел бы ты узнать, как это делать легко и просто? Советы от Вадима Салманова. Чтобы завершить сделку с максимальной выгодой или заключить партнерство, обязательно используй систему вопросов СПИН. Больше слушай. Не бойся неловких вопросов, если они способны открыть мотивы клиента. Не воспринимай собеседника как оппонента. Заранее договорись с собой, что идешь на встречу с союзником. И не забывай искренне улыбаться. Это было финальное занятие. Оно закончило весь тот цикл, который мы вели в течение 12 дней. Но на этом занятие не закончилось. Дело в том, что им предстоит еще собраться вместе уже там в Skype или какими-то другими техническими средствами и закончить так называемую книгу продаж. То есть все те методики, которые они получили, им придется их объединить, опробовать и описать. И это будет еще большой труд. Проект подошел к концу, но это новый старт для участников, которые теперь сами будут продвигать принципы здорового образа жизни и ведения успешного бизнеса через свои сообщества. Если люди действительно хотят измениться, они могут следовать нашим рекомендациям. Опять же, обращаться к тем же участникам проекта, они открыты. Обращаться к нам, как экспертам, мы готовы будем помочь. И мы вместе пройдем этот путь.